Всем привет! И сегодня мы посетим еще одну достопримечательность Астаны. Это Байтерек. Байтерек – это одна из самых ярких достопримечательностей Астаны, которая является визитной карточкой столицы. Байтерек означает «молодое, крепкое, растущее дерево», символизирует собой государство, сохранившее свои исторические корни, имеющее прочную опору и устремленность к будущему процветанию. Полное название монумента – Астана Байтерек. Это сооружение построено как символ переноса столицы из Алматы в Акмолу. Его высота составляет 97 метров, что символизирует 1997 год, когда Астана провозглашена новой столицей Казахстана. Архитектурный замысел Байтерека берет свое начало в древнетюркской мифологии. По преданию кочевников, на стыке миров протекает мировая река. На ее берегу возвышается дерево жизни – Байтерек. Корни этого дерева находятся в подземном мире. Само дерево – его ствол – земном, а крона – в небесном. Каждый год в кроне дерева священная птица Самрук откладывает яйцо – солнце, которое проглатывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева жизни, что символически означает смену лета и зимы, дня и ночи, борьбу добра и зла. А теперь посмотрим, что находится внутри. В галерее размещен макет Конституции. Образ юрты. Казан как символ единения и гостеприимства. Сувенирная лавка. Дизайнерские места для отдыха. На комфортабельном лифте поднимаемся наверх. На 86 этаже есть смотровая площадка. Это и есть стеклянный шар, диаметр которого составляет 22 метра, а вес 300 тонн. Общая высота монумента 105 метров. Отсюда открывается прекрасный вид на город. В центре обзорного зала находится деревянный глобус, который окружают 17 лепестков, подписанных главами мировых религиозных конфессий. Он символизирует единство всех религий. Рядом выставлен памятник «Заботливые руки». Это оттиск правой ладони первого президента Республики Казахстан. Полюбоваться на город можно за столиками кафе. В вечернее время бульвар Нуржол, в центре которого находится Байтерек, приобретает еще более красочный и выразительный вид. В этой живописной обстановке люди отдыхают после рабочего дня. Наслаждаются живой музыкой. А также прогуливаются по аллее поющих фонтанов. На этом мы завершаем свой обзор. Подписывайтесь на канал. С нами будет интересно и очень познавательно. До скорых встреч!